2016-м в Крыму всерьез займутся туристической сферой. Власти полуострова ставят перед собой задачу сделать регион привлекательным не только для его жителей, но и для туристов. В эксклюзивном интервью телеканалу Life News глава республики Сергей Аксенов рассказал, в нынешнем году правительству предстоит упорная работа в этом направлении, которая затронет все сферы жизнедеятельности полуострова, от транспортной инфраструктуры до сервиса. Никто и никогда курортную тему в Крыму не развивал. Меня всегда удивляло, почему власти Украины не вкладывали деньги в туризм. Вся туристическая сфера там была уничтожена как класс. Мы сейчас национализировали уже 180 предприятий, которые принадлежали различным украинским компаниям. Так там ведь как Мамай прошел. Все, что можно было украсть, украдено, разворовано и разрушено. Нет ни одного объекта, куда не стыдно привести людей. При этом власти не собираются забывать и о подъеме собственного производства. На фоне обеспечения внутренних потребностей субъекта крымские предприятия, по словам главы Крыма, уже на нынешнем этапе вносят весомый вклад в реализацию политики импортозамещения. Все наши инвестиционные проекты нацелены на то, чтобы сбывать продукцию на российском рынке. Так, завод «Титан» сейчас проводит инвестиционную работу по строительству нового цеха для производства химических препаратов для лакокрасочной промышленности. Керченская швейная фабрика у нас уже обеспечивает школьной формой весь Краснодарский край. В Алуште норку выращивают и шубы шьют. А в продовольствии все компании работают на российский рынок. Например, виноградники в Сакском и Ялтинском районе готовятся вытеснить импортное вино.